Всем привет, я Юлия Андреева. Прогноз погоды на вторник, 31 декабря, представляет компания «Киров Спецмонтаж». Комфортная городская среда в каждом новом микрорайоне. Говорят, под Новый год, если пожелается, счастливая квартира сразу появляется. Киров Спецмонтаж исполняет мечты. Каждую неделю 5 счастливых квартир с выгодой до 200 тысяч рублей. Подробности 51-11-11. Проектные декларации на ksmvcskirov.ru. Застройщик ООО «Киров Спецмонтаж». Как все и загадывали, желание Деду Морозу, 31 декабря на территории Кировской области наконец-то пойдет снег. Правда, погода будет не совсем новогодняя. От 0 до плюс 1 градуса. Прохладнее всего будет в Вятских Полянах, и то это лишь минус 1. Зато в городе Кирове во вторник, 31 декабря, будет пасмурно, снежно и до минус 2. Ночью ожидается такая же температура. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, влажность воздуха 88%, магнитное поле спокойное. Световой день во вторник продлится 6 часов 25 минут, луна растущая. На этом у меня все, это был прогноз погоды на последний день уходящего года. Ну что же, начинаем ждать новогоднее чудо. Пока!